Глава города Анатолий Пахомов доложил, что в Сочи ситуация под контролем. Потопленных населенных пунктов и объектов инфраструктуры не зафиксировано. По прогнозам синоптиков, обильных дождей в ближайшее время не предвидится. Тем не менее, к таянию снега в горах и дождям, а значит и к выходу рек из берегов надо всегда быть готовыми. Самые опасные в этом плане реки Западный Дагомыс, Кепша, Мацеста и Кудепста нуждаются в постоянной очистке, потому что проходят вблизи жилых зон. Но порой делать это мешает разная зона ответственности. Об этом доложил мэр Сочи. Мы чистим реки, исключительно вводя чрезвычайную ситуацию, то есть решением КЧС города это делаем. И просим, в принципе, на Кепшу предусмотреть финансирование. Река краевая. Мы на будущей неделе обязательно соберемся с главой муниципальных образований и уже определим дальнейший порядок функционирования в этих реках. Если вы помните, мы просто сейчас не для всего края, это вот там ряд муниципальных образований, в том числе Сочи, в том числе река Кепша. Также к паводкам должны быть готовы все городские службы. В Сочи, напомню, регулярно проходят тематические учения.